С одной стороны, украсить наш город, а с другой стороны, может быть, популяризировать профессию. От предприятия губернские аптеки предложение это поступило. В целях популяризации профессии фармацевтического работника, повышения престижа этой непростой работы, просим вас согласовать размещение рядом с аптекой номер один памятника фармацевту. Расходы по установке готовы взять на себя. Мне кажется, это очень интересное предложение. Речь идет об аптеке, исторической аптеке, которая соседствует с театром Пушкина. Безусловно, это очень такое оригинальное здание, которое является одной из визитных карточек города Красноярска. Но что касается памятников, я считаю, что в городе мы должны идти по пути того, чтобы согласовывать размещение тех или иных памятников, стел памятных мемориалов, опять-таки, учитывая их общественную, эстетическую, техническую составляющую. И в этой связи я готов рассмотреть это предложение, но подразумеваю, что это рассмотрение будет общественным, публичным и с учетом мнения специалистов. Вообще идея хорошая, мне нравится, для того, чтобы популяризировать профессии, тем более такие гуманные профессии, как профессия человека, который работает в медицинской сфере. Мне кажется, это правильное направление для того, чтобы делать наш город более дружелюбным, более удобным, более интересным, более, так сказать, открытым для горожан.